Новость о гибели полуторагодовалого ребенка в Татинском районе в результате переохлаждения всколыхнула всю республику. Вместе с трехлетним братом они оставались дома одни. Мать детей в состоянии алкогольного опьянения покинула квартиру. В результате безответственного отношения младший ребенок погиб. Его трехлетний брат получил обморожение конечностей. Врачи его состояние оценивают как стабильное. В ситуации постаралась разобраться Розалия Борисова. Накануне мальчика выписали из больницы. По словам работников службы опеки и попечительства, отец ребенка сразу приехал, как только узнал о случившемся. Характеристика тут та, бегающий, который будет на чугей. Отец ребенка у нас на учете не стоит, ранее не судим, на учете у наркологов тоже не стоит. И в целом работящий хороший человек. Должны выйти из больницы, и в будущем ребенка будет воспитывать отец. До трагического случая мать детей характеризовалась в органах опеки и попечительства положительно. Не пьющая, любящая и заботливая. Но в разговоре по телефону с нашими корреспондентами одна знакомая признала, слухи о злоупотреблении алкоголем все-таки были. По факту сейчас возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти младшего из братьев стало общее переохлаждение организма под действием низкой температуры. Температура наружного воздуха в ту ночь на территории района составила около 30 градусов ниже нуля. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается. Случай в Тате, к сожалению, лишь один из многих, которые происходят на территории республики. По статистике, ежедневно в Якутии совершается по 1-2 преступления против детей. И большинство из них самыми близкими – мамами и папами. Розалия Борисова, Петр Матвеев, Жанна Бурмистрова, НВК Саха, Тата, Якутск.